Классическая работа индийских трактористов, когда заведомо зная, что трактор не потянет, все равно грузит по самые гланды. Газу до отказа, глаза на выпучку, трактор на дыбы и в ступор. Одно скажу, технику они не жалеют. Автомобиль «Скалолаз», который благодаря своей независимой подвеске на каждое колесо, можно назвать еще и пауком, создан специально для преодоления препятствий, которые не под силу ни одному наземному транспорту. Уникальные инновационные гусеницы Quick Connect для автомобилей, фургонов и мини-грузовиков. Благодаря быстрой установке, менее чем за 3 минуты, и высокой проходимости, они признаны изделием Track & Go номер 1 в мире. Кастомизированный под дизельный монстр, шведский трактор Volvo BM-470 с 1000-сильным V12 двигателем объемом 38,8 литров. Французский складной мини-скутер 1950-х годов «Волмобилы», размером и возможностям трансформации которого сегодня могли бы позавидовать даже современные электрические собратья. Чтобы оставаться универсальным транспортным средством, автор решил спрятать его в чемодан. При этом его можно было взять с собой куда угодно, хоть в автобус, хоть в самолет. А привести его в рабочее состояние можно было без каких-либо инструментов всего за 30 секунд. Идея декоративной отделки стен под кирпич, используя самые простые и дешевые материалы. Надоевшие громоздкие строительные леса и стремянки, современные отделочники все больше и больше меняют на ходули, что позволяет в разы увеличить производительность труда. Единственная в мире горная дорога в Китае, подняться по которой из-за крутизны поворотов невозможно без многочисленных остановок и движений задним ходом.
как забивают свои азиаты, когда нет техники. Традиционное производство алюминиевых бидонов в Индии. Технология, используемая для изготовления практически любой алюминиевой посуды. Укладка плитки по самодельному шаблону, что делает процесс отделки быстрым, удобным и качественным. Идея простой дверной защелки с секретным механизмом открывания по принципу свой, чужой. Как можно легко и быстро надеть наконечник на кабель. Как можно легко и быстро спаять провода. Как можно использовать непригодную биту для шуруповерта. Как закрепить пластиковую трубу без специального крепежа. Сказочный мир из Лего по ту сторону стены, который построил у себя дома один чудак-умелец. И все это творение он создал где-то внутри стены в фантастически реалистичной миниатюре. Нетрадиционный, но верный способ продеть нитку в иголку. Некоторые поделки достигают такого уровня, что называть их всего лишь поделками
даже как-то язык не поворачивается. Это уже настоящее произведение искусства. И эта эксклюзивная резная свеча тому подтверждение. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.